То есть интуиция – это как бы она проявляется через чувствование. То есть вы чувствуете сердцем, вы чувствуете телом, вы чувствуете каждой клеточкой своего тела. Хорошо это или плохо? Вот вы общаетесь с кем-то, кто-то вам позвонил по телефону, да? Ну, пример такой, самый банальный. И вы начинаете как бы обращать внимание внутрь самого себя. Концентрируйте внимание при общении на сердце, духовном сердце. Это тот высший аспект бытия, через который у нас происходит связь с первоистоком. И вы будете сразу осознавать, с добром или злом, да? К вам пришел в вашу жизнь этот человек. Там, если у него неблагостное намерение, ваш адрес, то, естественно, вы это почувствуете. То есть вот эта внутренняя чуйка, она сработает.